Специалисты центра также будут заниматься социализацией малышей с особенностями развития. Новое детское реабилитационное учреждение на курорте основал медиа-центр «Православная Кубань». В нем созданы 3 кабинета, где будут работать 9 врачей. Планируется, что центр станет экспериментальной площадкой для ученых, занимающихся проблемами лечения таких детей. Потому что одна из задач – это социализация детей, это именно введение их в общество. Поэтому создание системы, когда мы сначала даем им учебное поведение, позволяет следующий этап уже мы переводим их уже в зал культурный, соответственно. 26 сентября в центре начнутся первые курсы повышения квалификации специалистов по работе с детьми-аутистами. В течение 72 часов врачи и педагоги будут изучать новые методики диагностики и коррекции.